Сланцевчане еще раз показали, что в нашем городе спорт и праздник неразделимы. На территории северной окраины прошли лыжные гонки на приз Деда Мороза. И пусть в этот день морозец щипал лыжникам щеки, участников пробежать 1,5 километров было немало. В соревновании приняли участие сланцевчане от 10 до 70 лет, которые были распределены по группам в зависимости от возраста и длины дистанции. Старт был дан Дедом Морозом, и все участники старались как можно быстрее преодолеть дистанцию. Многие показали хорошее время пробега. Хорошо очень. Сколько ты пробежал? Полтора километра. Не, километр. За, за 10,2. Трудно было? Так, не очень. Не очень? И ты часто на лыжах бегаешь? Ну, только в школе своих, к сожалению, не имею. А вообще любишь на лыжах кататься? Да, очень. Сколько ты бежал? Полтора километра. За сколько пробежал? Не знаю. Не знаешь? Нет. Вообще любишь бегать на лыжах? Да, да. А как часто это делаешь? На соревнованиях. Раз в месяц там идет? Может, два, три. Да. Сколько ты пробежала километров? Один. За сколько минут? Не знаю. А ты бегала для настроения или для результата? Для результата. Для результата? Любишь на лыжах бегать? Да. Почему? Потому что вся семья любит лыжи. Часто бегаете? Да. Сколько ты пробежала? Километров? Два. Два километра пробежала? Нечаянно. Промахнулась с поворотом, наверное? Да. Понятно. Скажи, пожалуйста, как часто ты бегаешь на лыжах? Ну, только по выходным. И когда есть время. Хорошая морозная погода, прекрасная трасса, сувениры и подарки от Деда Мороза, горячий чай и заряд бодрости – вот таким получился этот спортивный праздник. Присоединяйтесь и вы, выходите с друзьями на лыжную трассу. Давай, 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 давай!